Привет. А ты где вышла-то? На основной странице. В школе? Нет, сегодня вторник. Ё-моё. Привет, привет, ребят. Сейчас посмотрим, как у нас Инстаграм вообще даст сохранить эфир или нет. Не знаю, включила фонарики, чтобы хоть какой-то свет был, потому что все световые фильтры Инстаграм убрал, вообще все фильтры убрал, все убрал. Сейчас только вот живой эфир и свет только такой, который там от лампочки. Вот. Все остальное так, как есть. Привет. Вот. И пока, ребят, собираемся, потому что у нас сегодня такая тема будет, ну, мне кажется, она тоже достаточно актуальная. Вот. Пока все собираются, наверное, скажу, что сейчас вот с этими вот, со всеми обстоятельствами, которые идут на нашей земле, да, вот это вот разделение, кто-то кого-то, кто-то как-то, кто-то за кем-то. Ну, это, наверное, такая достаточно глубокая тема. Я пока не готова ее выносить на всеобщее обозрение, потому что, как бы оно смешно ни звучало, это тема про любовь, про принятие, про истинных нас. И сейчас настолько люди натянуты, как струна, натянуты морально, физически, да, в каком-то случае. Все, что с ними сейчас происходит, все, что с нами сейчас происходит. Наверное, не каждый готов это воспринять. И, возможно, мы это озвучим на этой неделе. Возможно, я скажу свои мысли. И все, что нам сейчас остается, чтобы... Это для нашего единения. Да, ребят, это для того, чтобы открыть наши сердца, открыть наше восприятие, открыть наше восприятие друг к другу, насколько мы дороги и ценны просто сами по себе, просто потому что мы есть, просто потому что мы рядом, просто потому что мы не рядом, просто потому что мы готовы быть вместе друг с другом. Это очень важно. Ну, а пока такая ситуация, то я, наверное, вам еще раз повторюсь, что в Инстаграм я не знаю, как сейчас сохранится эфир, не сохранится эфир, потому что многие функции убрали, то есть это сейчас вообще идет голый эфир, насколько он сохранится. Я пока не могу сказать, но этот эфир еще дублируется у нас на YouTube-канале. Поэтому, если что, смотрите. Объединяйтесь, он называется просто «Школа автономии». Там мы делимся своим опытом, и как раз у нас будет сегодня тема такая, достаточно, наверное, интимная, когда на сухих днях не можешь сходить в туалет. Что нужно делать, что происходит в твоем организме, и как это облегчить, как это состояние облегчить, и, конечно же, понимание, что с этим происходит. Это будет, конечно же, у нас в Телеграм-канале. Вот. Еще, ребята, хочу вас еще раз позвать, что 26-го числа, кто хочет более глубокие проработки. То есть знаем же, каждая ситуация, она дана для нашего осознания, для нашего восприятия, для нашего похода на более высокий и более глубокий уровень восприятия себя. И я, конечно же, не стала отменять, потому что это мы, это я, это вы, это каждая частичка. Я
каждая частичка вас, вы каждая частичка меня. Это очень важно помнить. И поэтому я, конечно же, не стала отменять, и я думаю, что это нам пойдет всем на благо, что с 26 марта у нас запустится марафон «Возможности меня» онлайн, он будет в скайпе. Вся информация есть на сайте «Школа автономии». И 31 марта у нас будет живой ретрит. Он будет со мной проходить 7 дней в Лоу. Ребят, присоединяйтесь, он будет достаточно глубокий, он будет рассчитан на психологические проработки, чтобы узнать себя, узнать свое тело. Там будут практически отсутствовать такие практики, как там йога, там еще что-то. Если кто-то будет готов провести с нами йогу, то это здорово. Мы, конечно же, будем приветствовать, но я на этом в ходе тех ретритов, тех марафонов, которые были, я поняла, что очень важно прорабатывать именно голову, открывать нашу форточку к нашему телу, чтобы подобраться к нашему великолепному телу, которое нам дает все сигналы, которые есть в нас. Вот. И это будет проходить в Лоу, в отеле, в ретрит-центре. Очень клевый отель, вам обязательно понравится. Это будет проходить, конечно же, на сухих днях. Туда, наверное, будут проходить не все, потому что я уже говорила, что это очень, очень важно, насколько вы готовы туда пойти, чтобы не было у вас разочарований в самом себе. Это один из самых главных аспектов, потому что это будет встреча с собой, и она будет не самая приятная. Вот. И если вы готовы встречаться с собой, то, конечно же, пишите, и мы будем с вами обсуждать, рассматривать. Это будет с 31 по 5 апреля в городе Лоу. Это не город, это поселок, поселение Лоу. Город Сочи, Лоу. Вот, поэтому пишите, присоединяйтесь. Буду, конечно же, очень рада вас видеть. И в закрытом клубе точно так же сейчас мне открыли эфиры. Открыли эфиры, они тоже идут. Сейчас вот посмотрим, сохранится этот, нет. Они будут обычные эфиры, без всяких фильтров, без каких-то накладок. То есть это просто голая камера, которая как сейчас идет, абсолютно голая, без всего. И в таком формате пока у меня открытые эфиры. Поэтому мы будем продолжать, и мы будем в марте месяце, мы выйдем на марафон в 90 дней. В 90 дней это с той трансформации, чтобы вы четко понимали, что вы команда, вы не одни, мы не одни, мы идем всем потоком, все идем совместно, и там мы будем, кто-то переходит на сыроедение, кто-то переходит на малоедение, кто-то переходит на неедение, кто-то переходит на каскад. И чтобы вы не было вот этих срывов, мы будем общаться, это будут ежедневные эфиры. Это будет ежедневная поддержка, будет разбор каждой ситуации. Причем каждая ситуация не обязательно касаемо сухих дней. Потому что на сухие дни мы часто не можем выйти из-за тех причин, которые происходят с нами во внешнем мире. И мы их будем разбирать, почему они с нами случились. Для чего они с нами случились. Чтобы что? Мой любимый вопрос. Отель клевый, мне там понравилось. О, прикольно. Ой, Митрич, ну, блин, да, это у нас вообще шаман с бубном, это, конечно, если получится в этот раз, то мы, конечно же, Митрича тоже пригласим, потому что такие медитации, как проводит он со своим бубном, настолько глубокие, ну, это правда, ребят, не всем дано, вот, и, конечно же, огромная благодарность, то, что ты с нами там сделал в ночь депривации. Настолько мы глубоко туда ушли, вот, это было клёво. Вот, а сегодня, ребят, я с вами, наверное, хотела поговорить, такую тему открыть. Она сейчас актуальна для некоторых людей, и у меня были несколько запросов по этой теме, и как только я ее прочувствовала, я решила вам ее дать, именно в том формате, в котором я ее чувствую. Это шанс, да? Мы все любим давать какие-то
очередной шанс, последний шанс, какой-то там шанс. Неважно, чего это касается. Это касается каких-то отношений между мужчиной и женщиной. Это касается работы, это касается дружбы, это касается наших детей и наших родителей. Чего бы это ни касалось, мы все время пытаемся себе дать этот шанс для того, чтобы... Чтобы что? Вот это, наверное, основной вопрос. И когда я начала чувствовать эту ситуацию, что такое последний шанс? Последний шанс мы никогда не даем тому человеку. То есть неважно, пришел к нам мужчина или женщина, которые, как по нашему мнению, сделали какое-то действие не то и не так, как заложено в нашем мире. И мы как будто бы... В работе мы вроде бы не сошлись, вот какие-то аспекты с нами не сработали, но мы даем еще один шанс. Неважно, это последний, либо еще один шанс. Мы даем шанс. И всегда есть из правил исключения. И есть такие исключения, которые действительно работают. Но по факту, посмотрите, кому мы всегда даем вот этот шанс? Мы этот шанс даем себе. Мы же каждый день просыпаемся с каким позывом? Мы каждый день просыпаемся с тем, что мы стали лучше, что мы станем лучше, что мы пойдем с понедельника в спортзал, что мы с нового дня начнем там кушать какую-то определенную еду, что мы с новым днем начнем убирать еду, что-то делать иначе. Кому-то человеку, это всегда говорит о том, что мы всегда остаемся на старой позиции. Это говорит всегда, что мы всегда остаемся там, где мы сейчас есть. Если мы человеку говорим, что ну давай я тебе дам еще, вот ты вот неправильно себя повел в какой-то ситуации, неправильно. По нашему мнению, да, не по мнению того человека. Я всегда, давайте, буду говорить за себя, за того человека, с позиции которого я сейчас интерпретирую. И когда мы говорим, что я даю еще один шанс, это всегда говорит о том, что я не готов идти на следующий уровень. Я не готов пройти новую свою ступень взросления, взрастания, потому что это тяжело, это больно, это неудобно, это непонятно, это не зная куда. А когда я говорю, я дам еще шанс, я сразу же щух, и опять на эту позицию, где все я знаю, где все уже знакомо, где все для меня раскрыто. И все лежит на ладони. Я себя здесь уверенно чувствую. И тогда я даю вот этот шанс. И мне комфортно.
мне удобно, мне клёво из-за того, что есть вот эта вот ступенька, на которую я могу обратно вернуться, давая ещё и ещё шанс. Как только я говорю, секунду, и получается, если я говорю, вот, например, мне что-то не понравилось, это же не говорит, что человек плохой. Это не говорит, что мы с этим человеком больше никогда не будем встречаться, что мы с этим человеком больше никогда не будем работать. Это не говорит о том, что мы с этим человеком расстаемся и все. Но как только я в своем мире не даю этому человеку еще один шанс, я с этой ступеньки моментально перехожу вот в эту ступеньку, я взращиваю себя, я взращиваю тот потенциал, который есть во мне, я взращиваю те осознания, озарения и восприятия, те, которые есть во мне. И после того, как я вот здесь вот закрепляюсь, не давая шанса кому-то, я могу спокойно сказать этому человеку, которому я не дала вот этот шанс, тогда я могу сказать: с новым восприятием себя, с новым видением себя, я могу этому же человеку, которому я не дала шанс, я могу сказать: а теперь давай, чтобы нам было комфортно, абсолютно по-честному, будем идти вот так и вот так. И это будет новый уровень отношения. Понимаете, ребят, о чем я? Когда вот здесь вот мы возвращаемся постоянно, я дам тебе еще шанс, я дам тебе еще шанс, я дам себе еще шанс вернуться в это болото, не взращивая себя. И тогда мы отсюда никуда не уйдем. Нас будут окружать одни и те же люди, одни и те же вопросы, нас будут окружать одни и те же непонимания, которые были вокруг нас. И мы будем постоянно от этого страдать. Но как только мы не даем вот этот шанс, как только мы говорим: ах ты, какой он, какая она, ах ты, там, не дал, не смог вот это вот простить или не смог вот это вот увидеть, а я так старался, неважно, что скажет другой человек. Никогда не ведитесь за мнением того, потому что он никогда не сможет прочувствовать вас, а вы никогда не сможете прочувствовать его. Потому что вы две частички разного. Левая рука никогда не станет правой, правая рука никогда не станет левой. И как только вы это понимаете, как только вы идете дальше, не давая шанс, как только вы становитесь на другой уровень самого себя, только после этого с этим же человеком у вас может быть истинный, настоящий, живой контакт в новом формате честности, восприятия и роста друг друга. Если вы не стали с кем-то дружить в любовных отношениях, по каким-то причинам не дали шанс, и вот сюда вот вы выросли, то вы уже с этим человеком можете по новой выстроить другие, иные, более честные, более зрелые отношения. Если вы вот с этим человеком не дали ему шанс по работе и вышли вот сюда вот, созрели, и тогда вот с этим человеком, которому не дали вот этот шанс, вы можете вновь начать работать более зрело, более осознанно, более честно на новом этапе. Неважно, кто кого подтянул, мы все время подтягиваем друг друга. Мы все время идем за друг другом. Это очень редко бывает и очень клево бывает, когда идут кто-то в ногу. Но все равно кто-то там оступился, кто-то еще что-то. И это здорово, когда мы не начинаем тянуть, когда мы не тянем, а когда мы самосовершенствуемся и с нового уровня самосовершенствования уже говорим, что я готов тебе протянуть руку, я готов с тобой идти на новом уровне, на новом восприятии, по-честному.
то это будет всегда другой формат и для того человека, который пришел к вам. Для него это новый формат, новое взросление его, не только вас. Ребятки, понятно, что я говорю? Дайте, пожалуйста, обратную связь. А я сейчас посмотрю, есть ли, есть ли у нас... на Ютубе какие-нибудь вопросы. Ребят, задавайте вопросы. Очень понятно. Спасибо, Жанночка. Светочка, привет, Лоу, это здорово. Светуль, но я тебя жду, как бы ты должна понимать, что я прям... Я тебя затискаю там. И мы с тобой дальше еще пойдем. Ты огонек нашей тусовки. Мне не совсем понятно. Светуль, скажи, непонятно что. Может быть, какой-то момент, я тогда еще раз поясню. Пока начну еще раз. Сейчас смотри, когда мы, ну, возьмем, например, нас с тобой, да? Ну, вот так вот, да. Например, я тебе передаю какие-то знания. Я с тобой иду в ногу, передаю тебе какие-то знания. И мы решили с тобой вместе передавать, то есть ты свои знания передаешь по своей сфере, я свои знания передаю по своей сфере. И мы с тобой объединились. И на каком-то этапе развития, на каком-то этапе передачи знания кому-то, мы понимаем, что есть какой-то дискомфорт. Вот, ну, что-то вот не идет. И, как правило, в этих дискомфортах, как чаще всего поступают, ну, как бы неудобно человека обидеть. Мы же с ней столько прошли, мы же знаем друг про друга уже столько, мы же уже подруги, мы же уже вот это вот. И мы начинаем через вот эту вот скрипучесть, через песок идти дальше, у нас ничего не получается. Мы как бы даем друг другу еще и еще один шанс идти дальше и раскрывать те знания, которые мы можем раскрыть. Но как только мы убираем вот эту скрипучесть по-честному, с болью, с какой-то с досадой, с кровью, мы убираем это, и, например, я тебе говорю, Свет, давай так, мы с тобой берем какой-то тайм-аут, ты идешь своим путем, я иду своим путем. Потому что, ну, на сегодняшний день как-то, ну, вот не клеится у нас вот этот вот дуэт, у нас с тобой как-то не склеился. Давай пойдем дальше, каждый пойдет своим путем. Ты можешь в этот момент обидеться на меня. Ты можешь разочароваться во мне. Ты можешь сказать, ах, какая она. Вот я ей столько времени отдала, я ей душу отдала, а она тут меня раз и побрила. Неважно, что ты скажешь. Важно, что я приняла это честное решение, не давая еще один шанс этот скрипучий. И я выхожу через боль, через вот это вот, что я... У меня же тоже будет скрести на душе. Я же тоже буду понимать, ну я подругу там вот оставила, вот там. И сама пошла дальше, а с ней было и комфортно, и хорошо, и весело. И она привносила именно тот колорит, в нашей группе, который я не могла преподнести. Вот. И я вот это все перешагиваю и иду дальше. И когда я закрепляюсь на следующем уровне себя, когда я понимаю, кем я выросла на следующем уровне, это может быть через день, это может быть через год, это может быть через 10 лет. Неважно, временной отрезок здесь не имеет значения. Это временной отрезок — это только принятие самой меня. И когда я уже вот сюда вот выросла, не давая тебе еще одного шанса, не давая себе еще одного шанса вернуться в это скрипучее состояние, себе в первую очередь не давая шанса, не тебе на самом деле,
И когда я вот отсюда, вот уже где я закрепилась, где я поняла, как нужно идти, тогда я уже тебе могу позвонить и сказать: «Светуль, смотри, у меня уже сложилась схема вот такая-то и такая-то. Но на данной схеме и у тебя уже сложилось, ты-то тоже ведь не останавливаешься, ты-то тоже идешь дальше. И у меня сложилась схема, что мы с тобой можем вот преподавать вместе вот в таком-то формате». И обозначаю формат. Ты его либо принимаешь, либо не принимаешь. Но это будет, во-первых, по-честному, а во-вторых, это будет уже следующий уровень. То есть мы с тобой уже притирочку прошли, мы уже с тобой поняли, как и где нам нужно. И когда состоялись, я состоялась как минимум, да? Я уже тебе говорю: «Светуль, вот я вот отсюда уже могу понимать, что вот так будет лучше». Это может быть не последняя притирка, это может быть через какое-то время мы можем понять, что как бы, о, опять не то немножечко, все, опять отошли в сторону. Но это будет по-честному. Как только мы даем еще один шанс, мы сразу же возвращаемся на круги своя, мы сразу же возвращаемся в свое болотце. Светуль, понятно? Не поем красиво дуэтом сейчас. Мне про шанс непонятно, видимо, потому что не даю. Да, важно по-честному. Да. Тём, приветик, ага. Давно тебя что-то не видно было. Да, про шанс еще раз, ребята, мы шанс даем. Спасибо, очень доходчиво. Вот. Да, мы шанс всегда даем не кому-то, мы даем самому себе шанс остаться в этом нашем болотце. Мы всегда себе, как только мы понимаем, что вот с этим человеком нам что-то некомфортно, это может быть наш мужчина, любимый, это может быть наша женщина. Да, я понял, ага. Это может быть наша женщина, любимая. Это может быть наш ребенок любимый. Это может быть наш коллега любимый. Это может быть наша подруга, друг любимый, с которым мы чувствуем, что что-то пошло не так. Мы боимся себе в этом признаться и даем вновь и вновь себе шанс это изменить. Но мы не можем изменить это, потому что вновь и вновь давая шанс, мы сюда не уходим, а мы возвращаемся вот в это свое болотце. Как только мы говорим: «Стопе, это тяжело, это больно, это некомфортно», мы можем этого человека потерять раз и навсегда. Но потерять мы можем этого человека, запомните, ребята, только в том случае, если он не будет расти. Если он будет расти, он никуда не потеряется. Мы вырастем вместе. И нам будет еще комфортнее и комфортнее идти вместе. Только если кто-то не растет, он может потеряться где-то там внизу. Все остальное мы идем вместе. Мы идем в унисон, просто немножечко на разных орбитах, которые могут в определенном случае идти вместе, в унисон. И это будет кайф, когда будет каждый дополнять друг друга. Не делать за кого-то чью-то работу, а дополнять. И это будет кайф. Вот это вот такое, вот что такое последний шанс, вот что такое еще один шанс. Всегда про себя. Как только мы не даем этот шанс себе в первую очередь, мы начинаем расти через боль, через какие-то там свои, знаете, прицепленные наши совестные штучки, которые там нас говорят: «Ну это же неправильно, ну это же вот он тебе столько дал, ну вот это вот». И мы так: да. А когда начинаем это делать, что через другое, то все, мы возрастаем. И чем больше мы будем вот эти вот шансы убирать, то есть мы поняли, что это не так, не надо второй раз, зачем второй раз? Если вы наступили на грабли, зачем на них наступать постоянно? Ну, блин, да, больно не наступать второй раз. Наверное, больнее не наступить на них второй раз, чем наступить на них 10 раз. Когда ты наступаешь на них 10 раз, ты к этому привыкаешь. Ты знаешь, что сейчас вот подожди, сейчас немножечко. Все, у тебя тут уже такая нормальная мозоль набилась, ты привык к этому. Ты уже идешь спокойно по этим граблям, ты уже знаешь, что где они лежат, когда, как тебе шарахнет, как нужно встать, как нужно... какую позу нужно принять, ты уже все это знаешь. И ты все время идешь по одному и тому же месту, но ты не выходишь на новый уровень. Как только ты понимаешь, что все, стопэ, это не мои грабли.
через боль, через осознание, через какие-то угрызения совести, которые тебе навязали социумом, которые тебе навязали тем даже географическим положением, это тоже много значит. И ты все равно идешь своим путем. Это больно идти своим путем. Это тяжело идти своим путем. Это трудно идти своим путем. Но если ты им пошел, ты уже остановиться не сможешь, потому что ты понимаешь, насколько ты становишься сильным, насколько ты становишься могущественным и насколько ты становишься открытым и честным. А к честности всегда тянутся. Как бы ты этого не скрывал, как бы тебя не скрывали, к честности люди тянутся. Они чувствуют? Честности не чувствуют. Они начинают к тебе тянуться. И ты начинаешь по-честному им давать честную реакцию. Честную реакцию на самого себя. А ты и есть все остальные. Так, очень понятно. Спасибо большое. Так рада нас слышать. Совсем другой тон, совсем другие темы, чем горячие. Обнимаю вас. Спасибо, Олечка. Звук, к сожалению, иногда пропадает. Ну, это уже, наверное, не от меня, Оль, зависит. Все очень понятно, все понятно. Как точно за грабли, где лежат. Да. Да, ребятки, задавайте вопросы. Еще поотвечаю с огромным удовольствием. Просто эта тема, она настолько... у нас такие... Вот самые темы такие горячие, да, которые нас останавливают на каком-то нашем уровне развития, они всегда лежат на поверхности. Мы почему-то про них не говорим. Светик, я ем стабильно один раз в сутки, раз вдвое иногда, но почему-то на ресницах появилась перхоть. Что можешь сделать, если знаешь? Что-то вроде грибка. На ресницах, слушай, ну на ресницах, во-первых, это да, это в первую очередь грибок, потому что у нас выходит грибок по-разному, то есть у кого-то выходит через голову вот это вот шелушение, что это такое? Это говорит о том, что у тебя идет как сказать-то... Ребят, я вот не врач, поэтому я давайте буду говорить только так, как я это вижу. Не судите строго. Что такое вот эта вот перхоть? Это говорит о том, что это идет сухость через жирность. И вот эта вот сухость через жирность, то есть у тебя получается, если говорить физиологически, то у тебя получается глаза сохнут, то есть смотри, как давай по психосоматике лучше я тебе расскажу, это будет понятнее. По психосоматике это получается, что у тебя поток жизненной энергии, маслянистости, твоей изобильности, он настолько велик внутри тебя, но ты, видя вот этот мир вот в таком свете, настолько он не соответствует твоему суждению, он настолько сух, что у тебя идет вот этот вот дисбаланс. То есть внутри у тебя изобилие, снаружи сухость. И вот это вот дает на глаза, глаза, то, что ты видишь, то, что вот этот вот дисбаланс идет. Что нужно сделать, если просто элементарно говорить о том, что нужно сделать? Если мы говорим о физиологическом аспекте, то, конечно же, я тебе рекомендую это на ночь просто хорошо умываться. И масло монарды. Масло монарды, просто вот реснички. Глазки мажь. Вот. И, конечно же, когда глазки будешь мазать, естественно, мы же не просто так глаза мажем, да, думаем, что там, ой, там шнурки еще не догладил, там пельмени не доварил, там еще что-то. Вот когда ты гладишь, начинай думать, почему ты не хочешь этот мир воспринять таким, каким ты его видишь. Почему в тебе столько изобилия, которое ты не хочешь отдать? Ты куда его денешь? Вот твое изобилие, которое внутри тебя, куда ты его будешь девать? Ты его все равно должен давать. Ты посмотри, какие у тебя рисунки. Они же не просто так. Вот ты дорисуй в цвете то, что ты вот мне последний рисунок, который присылал.
Я тебе просто про него расскажу. У тебя там настолько... Я тебе сразу же сказала, тут все понятно, откуда у тебя все это идет. И ты мне сейчас пишешь про глаза. Но это же уже изначально было понятно. У тебя там уже такая идет спираль, такая структура. Ты потом его дорисуешь, если захочешь, в сети. Я все равно его выложу в сторис, с твоего позволения. И маленькое резюме дам, если ты разрешишь. Потому что он настолько... как раз говорит о больных коленях, настолько там все понятно в этом рисунке, настолько ты уже можешь чувствовать свое тело, что вытащить это наружу через рисунок, блин, всем этим нужно пользоваться, это не нужно скрывать. Для самого себя я имею в виду. Я на грабли раз сто... с онним человеком наступаю. Когда прекращается общение, через некоторое время возобновляю. Страх потерять. А страх потерять, ребят, страх потери дорисую, как с гастроли приеду. О, ты у нас опять на гастроли. Скинь нам что-нибудь в группу, чтобы мы все видели, как это клево. Что ты там делаешь? Ты же прям у тебя, ты нам раньше скидывала вот эти ролики, то это же вообще восхищение такое было. Ребят, страх потерять, это говорит лишь о том, что вы четко осознаете, что у вас ничего нет. У нас ничего нет, мы не можем ничего потерять. У нас нет ничего вообще. Как только мы это осознаем, то у нас этот страх проходит. Что у нас есть? Что мы можем с собой взять? Посмотрите, что мы можем с собой брать, что мы берем с собой, когда нас не встает в физическом теле. Что с собой берем? Мы даже тельце такое никакое с собой забираем. Понимаете, насколько у нас нет ничего? Чего мы боимся? Мы боимся того, что у нас априори нет. Что такое страх? Страха не существует. Страх — это мысль, в которую мы поверили. Все. Хочется проходить на новые уровни, не теряясь. Грабли надо видеть, чтоб не наступать. Слепота как форма заболевания. Слепота не как форма заболевания. Слепота это как форма чувствования. Зря вы так. Это очень глубинный дар. И если его кто-то распознает, то эти люди могут видеть так, как никто другой. Это дар. Это дар заглянуть внутрь себя. Мы почему очень редко заглядываем внутри себя? Потому что мы очень хорошо видим снаружи. Когда мы хорошо видим снаружи, мы этим настолько увлекаемся, что заглянуть внутрь себя мы не удосуживаемся по каким-то причинам, по разным. Хотя причина всегда одна, без не встретиться с самим собой. А представляете, человек, который, если мы говорим про форму заболевания, именно зрения, он же всегда находится внутри себя, он же всегда находится с собой. В первую очередь всегда с собой. Насколько часто, насколько глубоко он всегда думает вместе с собой, насколько он там находится и насколько редко он выходит наружу. Какой-то этап был, что я не полезный, не нужный, немного спрятался. Ну, потому что тебе хотелось признания. У тебя с этим работа связана. Ты же не забывай, почему ты там, почему ты артист. Причем артист ты первых ролей. Почему? Ты же не просто так туда добрался. Потому что тебе всегда не хватает признания. Потому что ты себя всегда обесцениваешь. И ты пытаешься через свою профессию подтянуть и уйти от этого обесценивания, которое ты себя обесцениваешь. Тебе весь мир, весь твой мир говорит, что ты лучший артист, ты лучше вот этот, ты лучше вот этот, ты лучше вот этот. А ты всегда говоришь, ой, не-не-не, это не про меня. Ты себя принять не можешь, ты себя не можешь принять лучшим, поэтому ты себя всегда обесцениваешь, и через обесценивание вот таким путем идешь. Ты же даже те достижения, даже в этом же питании, у кого еще есть такие, как у тебя, ты настолько во всем пытаешься быть педантом, что даже иногда, наверное, бывает страшно. Вот насколько ты себя обесцениваешь, насколько ты не видишь себя.
Это самый полезный этап. У меня такое тоже было недавно. Ты вышел на новый уровень полезности? Артём, ты лучший. Артём, принимай. Смотри, сколько тебе всего говорят. Принимай. Почему ты не умеешь принимать? У тебя... Ты настолько не умеешь принимать, что ты до сих пор один. Ты очень хочешь семью. Ты очень хочешь рядом близкого человека в виде второй половины другого пола. Но ты не можешь этого сделать, потому что ты не такой, ты не смог сохранить там какие-то прежние отношения. Вот у тебя дочь растет без тебя, вот у тебя еще. Ты себя постоянно, постоянно, постоянно обесцениваешь. Ты. И когда тебе другие говорят, вот ты такой, а ты это принять не можешь, потому что у тебя не идет сюда. Как? Ты уже барьер поставил. Ну как, я же плохой. Как так-то? Почему нельзя показать человеку на неустраивающие обстоятельства и дать еще один шанс? Может, человеку это надо? Почему нельзя расти вместе? Так потому что это не человеку, Светуль, надо, это нам надо. Пока ты не вырастешь, другому человеку не нужно. У него-то свой рост, у него другое восприятие. А мы привыкли думать за другого. Мы привыкли думать, что это ему надо. Вот я ему дам шанс. Ребят, опускайтесь. Не надо свою важность. Важность свою упускайте. Не вы даете ему шанс. Ему никто шанс не даст, кроме его самого. Вы всегда даете только себе шанс. Не надо никогда быть выше другого человека. Когда мы говорим, что я даю ему еще один шанс, это всегда говорит о том, что я выше его, я лучше знаю, я ему еще дам один шанс. Нет. Мы никому не можем дать еще один шанс. Встаньте ниже на ступенечку, не надо себя возвышать. Мы вообще кто мы есть? Кто мы есть, чтобы дать кому-то еще какой-то шанс? Мы себе шанс не можем дать. Мы от своих шансов уйти не можем. Потому что мы настолько ноль, и мы еще вот на этом нуле пытаемся ноль умножить на что-то. Вот я ему дам шанс. Не бывает, не получится. Мы будем свою важность вновь и вновь завышать за счет этого, что я дам ему шанс, я дам ему еще что-то. Вот мы будем вместе расти, а ему это надо? Если тебе надо расти, шанс ему давать не надо, он сам себе даст шанс, а может еще там, и потом тебе даст руку помощи, если ты попросишь. Но то, что я там дам кому-то шанс, это, ребят, ерунда. Это просто мы настолько тешим себя, что мы можем дать кому-то шанс. Кому? Зачем? Человек всегда знает, что ему нужно. Готов он на этом этапе прийти к этому, к своему состоянию, к своему видению или нет, это уже другой вопрос. Вообще не касаемо этого. Но дать кому-то шанс? Нет, это не про это. Не нужно, нужно себя немножечко опустить вниз. Светлана, благодарю, практикую, пытаюсь сам разобраться со своими вопросами. Здорово, Миш. Так, если... А, нет, у меня еще есть страх, что кому-то наврежу, если стану лучше кого-то. Мол, заберу у него внимание на себя. Может, это... паттерн от того, что я близнец. Не, вы себя к знакам зодиака не причисляйте, это ерунда все. У тебя страх, что страх выбора. Смотри, ты говоришь, а вдруг я стану лучше кого-то? Ведь когда мы становимся лучше кого-то, это о чем говорит? Когда мы становимся лучше кого-то, это всегда говорит о том, что нам нужно и стать еще сильнее. Потому что тот лучше, кого мы стали, он может стать лучше нас в любой момент. И нам нужно постоянно... А, брат-близнец. Все, поняла, Тём. И нам нужно... У тебя постоянно соревнования эти, конечно. Вот. И нам нужно быть постоянно лучше кого-то. То есть мы себя... Смотрите, если мы хуже,
кого-то, то мы как бы, ну, мы хуже, мы вот можем идти в своем ритме. Вот вроде бы как бы и нормально, но хочется вроде. И вот это вот хочется, когда мы меньше кого-то, младше кого-то, по рангу по какому-то, да, хуже кого-то, по каким-то критериям своим, ниже кого-то, по каким-то тоже своим убеждениям, то что тогда мы делаем? Мы можем себя пожалеть. А это же прекрасно. Когда мы себя жалеем, что мы? Когда нам плохо, когда нам себя жалко, когда у нас вот такие вот какие-то ситуации, что мы можем сделать? Мы себе можем пожалеть, мы можем себе дать самое вкусненькое, самое нарядненькое, самое веселенькое. То есть нам же плохо, мы можем завернуться в пледик, в одеялку и просто лежать и ничего не делать. Но как только мы выходим на уровень, что я лучше, что тогда нам нужно делать? Нам нужно этот уровень постоянно поддерживать. Нам нужно постоянно себя вытаскивать за шкирку и постоянно доказывать самому себе в первую очередь, что я лучше, что меня не обгонят, что меня не обойдут, что я лучше буду здесь. Это нужно постоянно самосовершенствоваться. Это нужно постоянно утром просыпаться и понимать, что я утром, что я сегодня еще клевее, чем вчера. Эта работа огромная. Кому она нужна? И поэтому нам проще в себе холить или лелеять вот этот вот страх, что я чьё-то место займу, что я вот ему нужнее, и на него смотрят, там у него там такая-то семья, а я что? Я могу и в сторонке постоять. Нет, это не потому, что я могу в сторонке постоять, а потому что так проще. И как только вы вот это вот убираете, как только вы понимаете, что я должен быть лучше не потому, что я лучше его, когда мы начинаем соревноваться с кем-то, мы всегда в проигрыше. Если мы соревнуемся с кем-то, если мы соревнуемся сами с собой, то мы всегда в выигрыше. Если я просыпаюсь утром лучше, чем я была вчера, я в выигрыше, что я лучше, чем я вчера. Если я просыпаюсь утром, и я понимаю, что я хуже, чем я вчера, я в выигрыше, что я хуже, чем вчера, потому что я знаю, где мне нужно откорректировать. Это все для самой себя. Я всегда в позитивном настроении, и я всегда знаю, куда мне стоит идти, где мне нужно наладить, где мне нужно подкорректировать, что мне нужно сделать. Но как только мы начинаем соревноваться с кем-то, мы всегда становимся в проигрыше. Почему в проигрыше? Потому что если мы на сегодняшний день лучше, чем вот тот человек, с кем мы соревнуемся, мы становимся жутко зажатыми, потому что нам нужно быть завтра еще лучше, потому что он же может нас обогнать. Мы в зажатом состоянии, мы не кайфуем от этого. Мы не получаем удовольствие от того, что мы лучше. А если мы просыпаемся, и мы хуже этого человека, его не догнали, мы опять же в отвратительном настроении. Потому что мы понимаем, что мы не достигли того, к чему мы шли. Вот я опять такой нехороший, вот я опять что-то не доделал, я опять что-то не дожал. И мы опять в плохом настроении. Как только мы начинаем с кем-то соревноваться, неважно, лучше мы на сегодняшний день, либо хуже, мы все время в проигрыше. Как только мы соревнуемся сами с собой, по-хорошему, по-доброму, мы всегда с клевым настроением. Потому что когда мы соревнуемся сами с собой, мы же это делаем для себя. Сами с собой мы для чего соревнуемся? Для себя. И тогда мы либо кайфуем от того, что мы идем и держим свою планку, которая нам по кайфу, либо мы четко знаем, что нам подкорректировать. И нам опять по кайфу. Мы знаем, что нам надо подкорректировать. А если я не просыпаюсь? Слушай, ну клево, если ты не просыпаешься. Я тоже не всегда просыпаюсь, потому что не всегда засыпаю. Всякое бывает. Да, я хочу посоревноваться с братом и его выиграть. Но если я его побежу, то мне будет грустно, что ему будет грустно. Так было в детстве. А ты не залипай в детстве, детство уже прошло. Все, ты уходишь оттуда. И не надо соревноваться с ним. И не засыпаю. Соревнуйся с собой. У тебя такие... У тебя такие результаты, Тём. Перестань за кем-то гнаться. Никогда не догонишь никого другого. Никогда. Как кослик за морковкой. Только сам с собой. Увидел, как могу промолчать, давая шанс дозреть и понять
меня, да, по-честному, не молчать, а дать отклик честности, да, точно, верно, да. Иногда просто нужно, вот иногда вы видите, что человек, который вам по каким-то причинам дорог, неважно, это друг, знакомый, близкий человек, и вот он в каком-то состоянии находится, в таком вот, ну, прям вот его распирает. И вам иногда, знаете, бывает такое состояние, вам хочется подойти, его обнять и утешить. Не всегда это надо. Позвольте ему пробыть в его состоянии. Это его состояние. Не всегда нужно влезать в его поле. И это бывает тяжело, потому что мы себя начинаем ругать, думаем, ой, ну чего ж я не подошел, не подошла, не пожалела. А вот ему так нужно было. Это мы так думаем. Позвольте ему быть сильнее в этом состоянии. Ребятки, у нас осталось 5 минут. Если есть вопросы, задавайте. А если нет вопросов, то тогда мы скоро начнем в Телеграме. Эфирчик у нас еще будет. По сухим дням и по стулу поговорим вот на такие темы. Вот. И, конечно же, жду вас на ретриты, потому что не все вещи, я уже говорила, да, что не все вещи я готова рассказать на камеру, готова поделиться вот чем-то еще. Но есть некоторые вещи, которые я могу рассказать, которые я могу достать из себя, показать вам в личной беседе. И это есть. Поэтому каждый этап нашего с вами общения, каким бы он ни был, Телеграм-канал, закрытый клуб, прямые эфиры, онлайн-марафоны, либо ретриты, которые вживую. Каждый, они дают свои результаты. И вы обязательно будете, четко будете знать, какие результаты вам нужны, и так вы и сделаете. Что делать, когда болит голова на малоедении? Простукивание не помогает. Кстати, я ВКБ. О, ВКБ? Прикольно. Это в каком-то театре. Прикольно, ВКБ. А простукивание не помогает. Так, сейчас, подожди. Попробую вот такой вот способ. Берешь ручку. То есть на малоедении это же понятно, что у тебя выходят токсины. Токсины, они у нас выходят у всех по-разному. Вот у тебя выходят они так. Берешь ручку, карандаш, неважно. И вот так вот зажимаешь. Не надо просто сжимать, просто нужно, чтобы она не выпала. А, театр юного зрителя, прикольно. И вот так вот ходишь с ней не меньше 5 минут. Ручка, карандаш, неважно. Что происходит у тебя? У тебя получается за счет того, что ты ее вот так вот держишь, у тебя получается, что кровь вся, она сначала идет сюда, ну так, не сильно, чтобы задержать. То есть у тебя здесь напрягаются вот эти вот мышцы. И в течение 5 минут настолько кровь сюда отходит, что когда ты через 5 минут убираешь вот эту вот ручку, у тебя она вот так вот сразу чух, и в голову, и все мелкие капиллярчики начинают раскрываться. И если ты сделаешь так несколько раз, то головные боли пройдут. Бывает, что с первого раза вообще проходит. Как не предавать, думаю, это как-то связано с шансом в себе. ЕКБ Екатеринбург? Да, Екатеринбург ЕКБ. Как не предавать? Ребят, мы не успеем это... Как не предавать? Давайте я запишу эту тему, как не предавать себя. И мы, наверное, эту тему проговорим. И еще скажи, если ты в закрытом клубе, потому что мы же на 90 дней пойдем вот этот наш марафон. Так, как не предавать себя? И там будем как раз все эти моменты обсуждать. Благодарю, Светлана. Благодарю, Жанночка. Благодарю вас, ребят. Обязательно обсудим. И сейчас... Да, мы будем, буквально возьму 2 минутки, сейчас с мальчишками со своими поговорю, и будем выходить в Телеграм-канал.
эфирчик еще сделаем. Сейчас посмотрю, вообще сохранится этот эфир или нет. Если не сохранится, то он будет у нас на YouTube-канале. Потому что я уже говорила, что все практически функции Instagram сейчас отменил. Вот голый эфир, без любых фильтров, без световых фильтров. Меня пока нету, хочу. Всегда практиковала один раз в неделю чистые, сейчас на чистом и завтра собиралась на второй день чистый. Не смейтесь только, но мотивируюсь от вас. Да ты чё, какой смейтесь? Это же клёво. Это клёво. Есть подобное упражнение, когда на улице при людях. Ну, когда на улице при людях, ну, я не знаю, ну, вот височки и, конечно же, уши. Уши... уши и вот здесь вот как голова начинается, вот туда вот помассажировать. И еще смотрите, вот берете вот так вот кулак, и вот здесь вот между двух косточек, вот на это, на первую косточку, вот между двух косточек, на первую косточку, вот здесь вот есть у нас точка. Вот здесь вот, только она вот здесь вот. И начинаете вот ее сильно-сильно массажировать. Это тоже шейный отдел, который нам поставляет как раз нашу всю кровушку туда, в голову. Вот, между вот этих вот, да, между вот этих вот двух косточек, вот с этой, вот первая косточка указательного пальца, вот с этой стороны. Вот ее очень хорошо начинаете массажировать, в каком вам нравится виде. Вот, и тоже очень хорошо голову отпускает. Если, например, ушки не хотите, там, ну, если на людях совсем, то вот потихонечку вот так вот сидите и массажируйте эту точку. Неважно, на какой руке, смотрите, на какой руке вам более будет отзываться. Это обе точки, они как раз для головы. Все, ребятки, буду сохранять, пытаться эфир. Вот, и в Телеграме с вами встречаемся. Спасибо вам огромное за вопросы. Спасибо, что были со мной, что интересуетесь, задавайте вопросы, присоединяйтесь, кто куда сможет, кто куда хочет, кто куда готов. Я вас везде жду.